Готовим кабачковые оладьи. Нужно кабачки натереть на крупную терку. И натираю лук. Здесь на 2-3 луковицы. Добавляю 2 яйца. Соль. Перец черный молотый. Добавляйте по вкусу. Размешаем вилочкой яйцо. И добавим муку. На эту пропорцию я добавлю приблизительно 3-4 столовые ложки. Жарим на разогретой сковородке с растительным маслом на среднем огне до золотистого цвета. Вот до такого золотистого цвета переворачиваем на другую сторону. Вот такие оладьи у нас получаются, да еще сметанку к ним. Готовьте с удовольствием и кушайте на здоровье.